Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Орса Александр Евгеньевич, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. Буду преподавать у вас учебную дисциплину «Жилищное право». Важность этого курса обусловлена тем обстоятельством, что сегодня сложно найти другую отрасль права, нормы которой были бы столь актуальны для человека на протяжении всей его жизни, от рождения и до самой смерти. Ведь любой человек, вне зависимости от его правового положения, социального статуса, дееспособности, нуждается в жилище. Поэтому современному юристу невозможно обойтись без определенных знаний по вопросам правового режима жилищного фонда, по вопросам предоставления жилых помещений, по проблемам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Необходимо также знать ряд нюансов, связанных с предоставлением жилых помещений в специальных домах, с заключением, исполнением, расторжением договора найма жилого помещения, с пользованием общежитиями, с теми мерами юридической ответственности, которые могут возникнуть в связи с нарушением норм жилищного законодательства. А на приобретение этих знаний и направлено изучение учебного курса «Жилищное право». Желаю вам успехов!